мы играем спокойно, никакого подобного мероприятия. Я решила взять уже имеющийся фестиваль, который мне довелось побывать. Он находится в городе Бристоль, в Англии, и сделать полный рестайлинг его фирменного стиля, поскольку такого динамичного, интересного, энергичного события. Такого динамичного события, мне кажется, дизайн, вообще весь фирменный стиль этого фестиваля является довольно легким, скучным и неинтересным. Поэтому, в общем, мной был разработан, в общем, да, много слов об этом фестивале. Он проходит в городе Бристоль, в таком интересном месте, что называется Temple Waters. Это местное такое арт-пространство, которое существует уже более 25 лет, входит в программу преобразования городской среды в арт-пространство, поскольку вот это само место, оно является старинным викторианским складом, поэтому представляет собой архитектурную историческую ценность. Исходя из этого, я решила, что возможно оставить исходный шрифт, который показан вверху и является также логотипом фестиваля, но, на мой взгляд, он был совершенно неинтересным и не выделяющимся на фоне такого темного фона и непонятного, и к тому же содержал себе непонятный дескриптор. В общем, являлся в целом невыразительным. Поэтому я решила поиграть с вот этим историческим нюансом и использовала для начала какие-то такие старые романтические шрифты, но потом этот вариант был брошен, и я решила придерживаться первоначальной схемы, но создать из этого какой-то яркий и цепляющий логотип, который привлекал бы внимание аудитории. Поскольку я сама в какой-то мере являюсь целевой аудиторией таких мероприятий, я знаю как бы изнутри, что дизайн, вообще оформление, визуальное мероприятие является очень важным для посетителей. И многие люди даже ездят по разным фестивалям и коллекционируют сувенирную продукцию. Сумки, футболки, можно я представлю на планшете, различные варианты для мерчендайза. Это для сумок и футболок был создан такой менее традиционный для жанра серый цвет с серо-красным логотипом, поскольку обычно обычно для таких фестивалей и мероприятий придерживаются черных цветов. Такой вариант у меня тоже есть, и он показан на черных футболках с логотипом, но есть выбор. Также самым, ну, поскольку такого рода мероприятия являются местом, существует в определенном сегменте, таком достаточно закрытом для центральных посетителей, и поэтому вся информация распространяется в основном через интернет. Поэтому мы был создан полный сайта. Здесь показано, какой сайт был до того, как я начала делать. Он был, на мой взгляд, совсем неудобный, имел удобную сетку. Я считаю, что здесь был неудачный фон и вообще неудачное цветовое решение. К тому же информация на другой странице была довольно запутанной. Поэтому я решила для своего дизайна прийти к более классическому виду веб-сайта, использовать традиционные британские атрибуты, чтобы даже случайный посетитель мог понять идею, что это мероприятие, мог видеть список групп сразу с первого дохода сайта и видеть переключение языков, которые отсутствовало в первоначальной версии, также как и кнопка «Заказать билет». Также у нас была создана информация об артистах, которая отсутствовала в первоначальной версии. Это была просто афиша без объяснения, кто и кто, поскольку обычно зрители не знают все группы присутствующие на
все три дня фестиваля. Возможно, захочет узнать подробнее в этом интересном речи. Вкладка с информацией. Также имеется вкладка «Билеты». Там быстрого заказа. Возможно, быстрого заказа билетов. И то, что в исходном варианте вообще отсутствовало, мы вот находим на определенное положение, которое предлагает специально поселиться. Ну, помогает. Также именно было разработано афиша, она была определена, поскольку изначально она была такая тоже неудобная для взгляда, и она привлекала полное внимание взгляда комиссии. Вот. Также я применила афишу, показала на рекламе. Также она будет распечатана в формате API и используется как стайл, чтобы вешаться в точку позиционных продаж в магазине. Ну и вот небольшое еще такое добавление к сувенирной продукции, к диске, возможно, к скиллам, к фирмам, они будут фестиваля. Переходим к вопросу, коллеги. Так хорошо, видите, вы сказали, что все понятно. А у нас организатически? Жалко, что нет технологического пуска, расскажите нам сейчас. Там экономика есть. А, нет, методы. Там был расчет. Расчет понятно, а вот. Технологические аспекты, да? То есть как вы будете печатать на сумке? Такой достаточно сложный график. Ну, Представляется, что результаты дипломной работы будут востребованы в творческой и практической жизни общества.